Добрый день, дорогие друзья и уважаемые коллеги. Меня зовут Машкова Ирина Николаевна. Я психолог. Окончила в свое время факультет психологии Московского государственного университета. Там же закончила аспирантуру и защитила свою кандидатскую диссертацию. Много лет я занималась научной работой, но после своего воцерковления начала преподавать. Преподавала в Сретенской духовной семинарии, в Николо-Перервенской духовной семинарии, а также в Православном университете Святого Иоанна Богослова. Вот уже прошло 35 лет, как я начала прием посетителей православных верующих по семейным проблемам. В рамках занятий я буду представлять свой авторский курс под названием «Созидание духовно здоровой семьи как путь профилактики алкогольной зависимости». Мне хотелось на занятиях вернуть людей к своей традиции, своей исконной православной традиции, культуре, семейных отношений, без которых мы не можем быть счастливыми. Я приглашаю всех к участию, буду рада новым встречам с вами и хочу пожелать вам всего самого доброго в новом учебном году.